Как мы познакомились, не знаю, Саш, первая, наверное, ты Юра, или я, толкнул. Или... Да. На выходе из корабля. Но это она так говорит, я не помню. Я ее помню уже на сцене, уже когда репетиция началась. Он был очень строгим начальником и говорил всем очень много замечаний, а мне ничего не говорил. Я подумала, наверное, я безнадежна, ужасна. А потом я выяснила, потом почему оказалось, он что мне не говорил. Другие, естественно, не сразу же начали общаться. Но вот это первый раз увидели друг друга там. А оказывается, я, пробегая мимо ее, когда она заходила на корабль, толкнул ее плечом. Корабельная жизнь чуть другая, закрытый в лодке, ну в лодке, в корабле, мы его лодкой называем, неважно, большой, маленький. А, закрытый, там чуть специфика другая, немножко армию напоминает. Нам дают очень маленькие кабины, комнаты, и мы всегда смеемся и говорим, что мы после корабля, в принципе, можем жить где угодно, в самой маленькой квартире, и найдем себе место. Все-таки это замечательная работа, потому что мы можем путешествовать. Каждый раз, когда мы смотрели тысячный закат, тысячный рассвет, каждый раз благодарим свыше, благодарим своих родителей за то, что поверили, отдали, направили. И мы сделали это два в одном. И занимаемся своим любимым делом, и смотрим мир, путешествуем. Танец для нас это как такой специфический наркотик, потому что это не хватает. Когда у нас перерыв, вот когда мы приезжаем домой, мы месяц не танцуем. Не только мозг, и тело начинает говорить, что давай обратно куда-то идти, что-то делать, телом двигать. Когда мы смотрим, кто-то танцует, либо это ТВ-шоу там какое-то, либо просто театр, то начинает тело дергаться, то есть ты все равно ты там, ты вроде смотришь расслабленный, ты сегодня не выступаешь, но ты там. У нас как-то вот до сих пор мы так вот, как будто вот берем вот это вот, вернее, берем, отдаем, и до сих пор это ощущение есть. И так и не поделились до сих пор. Берем или отдаем. Мы вам отдаем эмоции, и мы видим, как вы на это реагируете, вы нам, то есть мы выполняем свою энергию, и это большого стоит. В общем, все люди творчество, искусство, это, я считаю, это... Наркоманы. Это здорово. К чему вели? Нам порой говорят зрители, боже, вот вы на сцене, вы прям вот так любите друг друга, но они не знают, что мы за 5 минут до этого номера там просто так в этой гримерке друг про друга рассказываем. Мы можем поругаться до выхода на сцену, а нам никто, сейчас буквально через несколько секунд выходить и любовь танцевать. Вот выходим, танцуем любовь. Если оба в хорошем настроении, идиллия на сцене, все прекрасно. Если нет, внутри не идиллия, а снаружи все равно идиллия. Иногда даже лучше получается. Да. Если взять танец отдельно, то даже если два человека, вот парень и девушка, будут танцевать вместе очень долго, взаимопонимание в танце будет абсолютно все наработано. А если еще и все это подкрепляется еще и отношениями, и тоже длительными, то, ну да, наверное, идеальный этот, идеальный тандем. Per pensare tu lo sai. Ed
ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Просто как два просто человека, которые друг другу присмотрелись, понравились. Ну, и... ты так долго собирался. Ну, это уже такое. Был такой момент на Косте.
Ну, там, где мы познакомились. Заканчивался, получается, контракт у нас, да? Меня продлили на 3 месяца. Да, мы решили продлить Сашку на 3, меня на полгода. И когда мы уже абсолютно точно, ну, мы тогда еще уже встречались, но когда стал вопрос... Он мне сказал: Саша, у тебя 2 варианта. Либо ты сходишь с корабля со мной, либо прыгаешь за борт. И мне так эти слова понравились. Я сказала: вот какой настойчивый молодой человек, надо брать. Единственный раз, когда я вообще это ляпнул. Не подумал. И вот к чему оно. Да, видишь, наоборот, мы женимся. Едем знакомиться со всеми родителями. Почему-то сразу. Да. Я вообще первый человек, которого Саша познакомила со своим отцом. Во Владивосток полетели. Да, аж туда полетели. И все, и вот. А ты меня познакомила со своими родителями. Мы просто приехали. Здравствуйте, я вас покажу. Вот здравствуйте, дети. Это Саша. С корабля привез, как ты знаешь? Да. Магнит. Я не представляю, например, свое последнее выступление. Вот когда я буду знать, что вот это вот сегодня у меня последнее шоу вообще. Ну, шоу, программа, даже если один танец, то я даже не представляю, как меня разорвет. Танец, танец. Пока. А там посмотрим. А там посмотрим. Квартира, дом, там увидим. Дерево, дети. Дерево, дети, да. Кошка, собака. Да. Я Юре говорю: когда мы будем жить нормальной жизнью, тогда купим вот эту сковородку. А Юра говорит: а ты сейчас ненормально живешь? Я говорю: ну, нормально, как все. Или мы говорим: ну вот нормальные люди, допустим, делают вот так. Мы себя все равно относим к ненормальным людям. Так издеваться над собой в некоторых моментах. Ну а так-то в плане деятельности, то, конечно, будущие планы — это что? Оставаться как можно ближе к искусству, к залу танцевальному, ну и сцене.